Мой девятый ребенок, четвертая дочь Алексеева Мария Владимировна на аккордеоне ее имени. И мой 12-й ребенок, пятая дочь Алексеева Царица Владимировна, исполнит. Это одни из моих 15 детей. Что вы исполните-то? Самара городок. О! Городские дети, чисто городские, песню услышали по нотам, успели, да? Да. Хорошая песня-то? Да. Надо еще ее получше отработать, сразу с листа, без всякой подготовки, читая. Всего сколько там, час назад я им дал задание разучить. Ну, на аккордеоне-то Маша легко играет, все же с листа, все, что хочешь. Царице надо было слова выучить, да? Проблема, все слова новые. Ну, ничего. Так что быстро можете, все сразу. Царица играет тоже на 10 инструментах. Маша уже со счета сбились сколько. Ну, так что давай, Царица, теперь не только на инструменты играть, но и пой.